Ухудшение зрения, повышенное глазное давление, атрофия зрительного зрения – это самые важные сигналы заболевания глаукомой. Глаукома – болезнь, которая в Латвии еще не исследована. И несвоевременная диагностика у специалиста может привести к полной потере зрения. Глаукома как болезнь у нас хронически прогрессирующая невропатия, которая характеризуется повышенным давлением глаз, дефектами зрительного поля и изменениями в зрительном нерве. На картинке мы видим совершенно нормальный зрительный нерв, розовый, у нас нет проблем. Но рядом на изображении мы видим, что это углубление очень большое. Наш глазной диск, который был розоватым, стал мутнее, и внизу мы можем видеть, как повышенное давление давит на зрительный нерв и повреждает эти нервные волокна. Обычно глаукома подкрадывается незаметно. Однако многие пациенты уже на ранней стадии жалуются на дискомфорт глаз и ухудшение зрения. Очень важно своевременно диагностировать глаукому и проверять глазное давление. Заболеванию в основном подвержены люди после 40 лет. Очень долго у больного вообще может не быть никаких жалоб, да? Но глаукома постепенно съедает этот зрительный нерв. И только когда уже половина этих клеток отмерло, только тогда больной начинает чувствовать, что он плохо видит. И поэтому очень важно, ну, поймать или находить эту глаукому, диагностировать, когда еще нет этих, ну, выраженных потерей зрения. Если капли не дают эффекта, следует использовать лазерную терапию или необходимо провести операцию. Мы лечим каплями, мы снижаем глазное давление. И мы снижаем глазное давление и у тех, у которых оно нормальное, у тех тоже нужно, и у них нужно еще больше снижать, чем у тех, которые было высокое перед лечением. Ну, вообще, в основном глаукома лечится каплями. Примерно половина от потенциальных пациентов не догадывается о своем заболевании, так как для диагностики нужно регулярно проверять глазное давление. Сейчас мы аппаратом измеряем глазное давление, используя поток воздухом. Нормальное давление не должно превышать 21 показатель, 21. У данной девушки давление 12, что является нормой. И я бы могла ей посоветовать после 50 лет проверять давление раз в год. Рекомендуется полную проверку зрения проводить по меньшей мере раз в 2 года. После 50 лет раз в год. Эвалдс Дукуль, Никита Алексеев, Латвийское телевидение.